Сегодня, друзья, у нас работают сантехники. И то, что вы видите вот здесь, это будущие умывальнички будут цепляться к этому. Вот здесь целое хозяйство. Во всяком случае, в том месте, где мы сейчас, вот здесь будут умывальники, раковины будут. Вот там, сзади. Ну, вот вы видите только то, что сверху, да, потому что под полом, там внутри, тоже вчера и некоторая работа производилась. И все это там собиралось до кучи. Наверное, это все. А вот тут еще, вот здесь будет душ. Вот вы видите, как, значит, эти трубочки идут. И все это уходит туда, под пол, и там уже цепляется там, к трубам с водой. И сегодня еще, вот вы видите, там обмазывают трубу. Немножко, может быть, не очень хорошо видно через сеточку. Сегодня вот ребята будут класть трубы окончательно. И они будут врезаться в городскую канализационную сеть. В эту же трубу, я хотел вам сказать, пойдет еще и... В эту же канаву, я извиняюсь, пойдет еще и газовая труба. Там она к счетчику подключится газовому, и вот будет тоже лежать в этой канавке. И еще сегодня стекла устанавливают, окна, я извиняюсь. Вот вы видите, у нас тут много-много этих стекол. Вот в данном случае они вверх идут, да? Такие вертикально, вертикального взлета. Вот маленькие. Вот эти маленькие, наверное, вот сюда пойдет, где там товарищ выглядывает из окошка. Вот так что есть куда поставить стекла. Окна. Я извиняюсь, окна. Давайте мы на стройку нашу глянем из окна. Ну, в общем, довольно жуткий вид. Потому что как люди вообще могут находиться в таком бардаке? А мы находимся и не жалуемся, даже наоборот.